Сегодня в Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики по инициативе британской стороны состоялась встреча специального представителя президента по переговорному процессу, взаимодействию с дипломатическими представительствами и международными организациями Нины Штански и посла Великобритании в Республике Молдова Кифа Шеннона. Он проинформировал приднестровскую сторону о проектах, осуществляемых посольством, направленных на укрепление мер доверия. Обсудили ряд вопросов. В первую очередь это было приготовление касательно предстоящей встречи в формате 5+2, а также те проекты и работу, которые реализует посольство Великобритании. Посол Великобритании в Республике Молдова привез в Тирасполь свои предложения относительно гарантийных механизмов, отметила Нина Штански. Данные инициативы были внесены в преддверии политических консультаций по молдо-приднестровскому урегулированию в формате 5+2, который планируется провести в феврале в Дублине. К сожалению, эта беседа проходила на фоне тех политических инсинуаций, которые мы сегодня наблюдаем, и заявлений, которые звучат как из уст молдавских политиков, как и из молдавских СМИ относительно трагического инцидента, произошедшего на миротворческом посту номер 9. Мы проинформировали наших британских коллег о том, что миротворческая миссия рассматривается нами как важнейшая, действенная и эффективная гарантия мира и безопасности. И говорить сегодня о каких-либо новых механизмах необходимо только с учетом того, что в Приднестровье высоко ценят миротворческую операцию, осуществляемую под эгидой Российской Федерации. В ходе конструктивного диалога спецпредставитель президента по переговорному процессу высказала опасения относительно угрозы срыва очередного раунда политических консультаций в формате 5+2. Это может произойти по причине эскалации молдавской стороной напряженности в районе миротворческого поста номер 9. Посол Великобритании был проинформирован о позиции президента нашей республики о том, что приднестровская сторона не приемлет слома миротворческого формата и выступает за стабилизацию ситуации и за незыблемость формата, который доказал свою эффективность. Официальный Тирасполь расценивает провокационные заявления ряда представителей Молдовы относительно ситуации в зоне безопасности как деструктивные действия. Тем более, что сами жители приднестровских сел, расположенных вблизи миротворческого поста номер 9, проявляют толерантность и не поддаются на различные провокации. Важно отметить, что это все происходит на фоне предпринятых президентом Евгением Шевчуком мер по упрощению перемещения граждан через приднестровско-молдавскую границу.